Вот вы говорите, как надоело, что в любом международном конфликте виновата якобы Америка и Европа. Они белые и пушистые, они хотят мира и гей-браков, что вы к ним пристали? Сами косячите, а потом обвиняете иностранцев. Ни Аль-Каида, ни Исламское государство, террористическая организация, запрещенная на территории России, не имеют никакого отношения к Америке. Более того, это продолжение большевистского террора, как заявил недавно историк всея Руси господин Сванидзе. Ну при чем тут Америка? Этот вот радикально исламистский терроризм, он пришел на смену терроризму красному. Терроризму, который... Это очень точная аналогия. Красный террор ты имеешь. Конечно. Красному террору, который начался еще, ну, по большому счету, если брать его первые корни, это еще конец 19 века, народовольческий, потом эсеровский, потом большевистский. А тут, правда, сообщение, но это ж не важно, правда? Ну, просто Associated Press сообщает, что задержанный в Кувейте гражданин Ливана Усама Мухаммед Саид Хайят, причастный к деятельности террористической группировки «Исламское государство», сообщил, что совершал сделки по покупке оружия на Украине и отправлял его в Сирию через территорию Турции. Упс. Казалось бы, при чем здесь США? Они просто продают оружие Украине для отражения российской агрессии, а те перепродают его исламским боевикам, которые в свою очередь устраивают теракты в Европе, с которыми как бы декларируют борьбу США. Как вы думаете, что за это будет Украине? Подсказываю ответ. Ничего. Американские хозяева хунты и дальше будут поддерживать карательную операцию на Донбассе и требовать у России скидки и прощения долгов. Причем в ультимативной форме, что и будет под козырек выполнено. И ничего, что США декларируют борьбу с терроризмом. Украина – это форпост всего цивилизованного человечества. Ну а Европа, как обычно, молчаливо отведет глаза, ничего не вижу, ничего не слышу, у нас чрезвычайное положение в связи с терактами в Париже. А да, еще операция на Мали.